Так, привет, друзья мои. У нас сегодня распаковшен. Распаковшен с посылок с Азошин. На лайв-канале. Удивительно. 100 коробочек. Раз, два, три. Пакетики. Называется, когда человек первый раз сезона заказывает. Да? Вообще просто. Сколько эмоций. Вау. Озон. Так, и что ж такой большой коробки? Видишь, они все вот, запариваются. Коробка маленькая, мы ну, могли еще меньше упаковать. Так, да. Ну, видишь, он такой. Ну давай. Твердый. Написано Озон. Шприцы. Слайм. Шприцы. Вот видишь, шприцы выгодно. Да, а для чего слайм? Смотри, там паук какой-то внутри. Прикольно. И я сейчас раз, два, три, четыре. Подожди, ну подожди. Я снимаю, подождите, дай покажу. 6, 7, 8, 9, 10. Я не знаю, это арбизы. Да, это арбизы гиганты. Они вот такие здоровые вырастают. Ого. Это что значит арбизы? Арбизы это вот. Одну кинем водичку, покажем зрителям. Они, кстати, специально для растений. Вообще ж паук тут. Это есть можно? Да, пап, съешь. Слайм съешь. Можно открыть? Лизун там. Ну, понял, смотрим дальше. Вау. Можно опять там есть крейс. Это царю, а маленький. Показывай на камеру. Ты ведущий. Ну подожди, ну мне надо это. Не надо тебе ничего показывать. Я же для себя распаковываю. Ролик. Зубопасты с платы с этим. Походный тип. А, маленькая, да? Маленькая. С чем она? Брючка, что раньше с ней. Не знаю. Без щей, без всего. Ну, а что они тут маленькие? Вот, смотри, это помогалочка -то для этих, для маникюра. Блестки всякие. Это о, сын баночки прикольные. Тиктокер заказал себе всяких прибамбасов, чтобы в тиктоке снимать. Стоит 200 рублей. А что это? Что такое? Краситель пищевой фиолетовый. А зачем тебе фиолетовый нужен? Ну да. Его есть можно? Пищевой. Так. Ну это хороший, наверное, будет. Аж вот это. Мне вот это интересно больше всего. Со сколько времени надо бухать? Ну давайте один запустим. Они несколько дней могут. Ну давай один, пусть по воду. Давай. Схватил. Они не сразу. Ну принеси воду, все равно. Большую кружку только. На банку. А потом вытащу оттуда. Ну давай туда. Может, ого, какая хорошая. Лол. Ого. А, ты думаешь, что ничего нет. Так запечатали. Смотри, как запечатали. Капитошки. Это прикольная штука, капитошки. Нормально. Одно он бросит. Так, да, водичка. Вот это делаем. Надо будет там деньги, два. Кстати, не больше положили, чем надо. Там было, должно было быть 10. Сразу больше несколько. Ты можешь его высадить? Ага. Это не будет как эта тарелка. Они вот такие прям в ладошку. Ну ладно, ладно, куда еще? Сейчас мы будем дальше распаковывать. Ну давай кинем. Пошла жара вообще. Давай пока. Надо распаковать, посмотрим, что с ними будет дальше. Семейная распаковка. Да, они вообще за. Так, еще что тут? Чехлы для AirPods. Ладно. Ну а это не простой чехол. Вот, давай. Это мы вам покажем. Что за чехольчик? Вау. Он кажется белым, просто знаешь, он прям тоненький, притоненький. Но это не простой чехольчик. Спасибо тебе, молодец. Вот, кстати, он из-за плотненько. Так. Так. О, прям хорошо. Хотя крышка, наверное, сработается, как обычно. Что это? На тебе вот это. Что тебе будет?
Светили на него. А он уже. А, прикольно. Он, короче, он антиматерия светится, да, это с флюоресцентом. Дай. Ну, это сейчас не видно, просто нормально на свету. Но видно, он... видно, зеленый. Классно. Вот. Так, супчик. Я не помню, что здесь. Сколько времени они должны? Так, около 10 дней, говорю. 2 дня? Нет, около дня. Последняя посылочка с Озона. Сколько денег ты потратил всего? 200 с чем-то. Ого, как много денег. Что-то не твое? Просто фильтр. А. Это тоже орбис. Вау. Ты такой видишь в маленьких пакетиках. Я не знаю, что такое орбис. Дай посмотрю. Ну шарики маленькие, бухать все знают. Я не знаю. Они маленькие. Давай. Вы напишите, знаете, вы что-то еще. Туда, в воду кидай. Ну а почему туда? Зачем бабочку тоже набухать? Не знаю, да. Да, бабочки тоже набухать. Они потом большие становятся. Давай себе еще вам брусь принести шарик. Слушай, тут есть. Зачем такую? Туда, кидай. Я не хочу просто тоже там в воду. Растущий гель. Сколько растет? Ну, сколько? Да, 12-8-12 часов. 8-12 часов. Ладно, потом я включу. Вечеру или к завтрашнему утру будет ясно. Ну, все, вот, все. Вот, отлично. Все? Да. Вот такие, оказывается, прибамбасы можно на зоне заказать. Так, вроде не нужны, но прикольно. Это ТикТок. 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 Помогалочка для дома. Не забудьте лайки поставить, да, подписаться. А это я вам покажу, как на букву добавлю. Да, вот еще для ТикТока купил сын. Тюнь. Ну, если что, я сносочку дам на его ТикТок в описании. Посмотрите. Может, это поможет ему в развитии. Для чего же вот эти штуки у него на ТикТоке нужны? Время чудес. Это тоже что-то растущее. Нет, слайм тоже. Ну, я говорю, слайм. У меня растет. О чем делает? Жвачка. А, жвачка. Вот так. Я отстал уже, ребят. Результат. Такие приятные штучки. Визуальный обман такой на телефоне. Смотри, как прозрачность. Угу. Это доставали большие? Угу. Как снег. Как град. Все, авария.